Да, спасибо разработчикам огроменное за новый режим, конечно, но и по 10 минут в лобби неохота сидеть. Почему я по ней не попал? Все, поля так нету, все мы больше без, мы теперь беспомощны. Да, пофейкуй. Обожаю, когда они пытаются фейковать в закрытые окна. Что там, деталька у нее, что ли? Так, Ариана, защищай свой говнобокс. Думаете, я ее не вижу? А, я не всегда понимаю, как я могу ударить или нет, потому что я на Садака играл ровно каток 10, блин, за все время. Крысич! А тут нет нихера. Вынос мусора. Она за своим сраным фонариком возвращалась.
Отлично. Раз, хитов очка. Нормально, чел даже сдался. Все, сливается. Бедолага. Что-то играть ему очень расхотелось, я смотрю. Молодец! Дебил, блять. Ой, ой, а что случилось, братан? Что это было? Все, мы играть перестали, ля. Просто все. Блин, жалко, тут телека нету. Место вот пустое просто. А, нет, вон там есть телек, ладно. Хорошо. Все, снова расхитуем, вообще не проблема. Почему я не достал? Должен был. Найс! Там палетки нет. Всё. Еще полежит, успокоится. Понятно, что она так рьяно ее защищала. Да уж. Просто, мать его, великолепно. А ведь оно думает, что оно великий мансер, блядь. Все. Вот мансило. Чмо. Охладите трахани, сударь. О, shit. Here we go again. У тебя волосы светятся, дорогая. Я тебя вижу. Вон даже одно мементо сделали. Вообще здорово. Неплохо, неплохо. Здорово. Что там хоть было-то? Осколок, кадрик, железка. Да. Что-то я смотрю, вроде что-то какая-то мета была, вроде перки какие-то меняли, но как были сборки сурвов одни и те же, так они и остались, собственно. Вот так.
Ладно, чё. Спасибо за просмотр. Чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. На всё отвечу, всё посмотрю. Покеда.